Уважаемый зритель, для начала подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо. Найти и возобновить. Бывший владелец казино Голден Палач и Кристалл хочет отомстить Шакра. Бывший совладелец скандальных московских казино Голден Палач и Кристалл, так и не добившись компенсации от государства за потерянную прибыль, материальные и моральные выплаты решил хоть как-то восстановить справедливость. Карлин Азиз Бекян, отставной офицер Минобороны, решился на месте и требует наказания для вора в законе Захария Калашова, который не так давно получил срок за вымогательство. Проблема в том, что уголовное дело о редерском захвате казино законниками загадочным образом пропало в различных следственных ведомствах. Силовики которые должны возобновить расследование бездействует. И хотя в судах принимают решение в пользу Азизбекина, Калашов спокойно разгадывает кроссворды. Отбывающий наказание за вымогательство вора в законе Шакра Молодой не сильно беспокоится о сроке, проведенном за решеткой. На апелляции по обжалованию приговора он спокойно продолжал разгадывать кроссворд, даже когда узнал, что решение о заключении на 9 лет и 10 месяцев для него остается в силе. Напомним, Попытка захвата ресторана Элеменс под предлогом надуманного долга привела к катастрофическим последствиям для самого законника, его подручных и целой когорты высокопоставленных силовиков. Захария Калашова могли посадить за взятку высшим чинам в Следственном комитете, вспомнить прошлое преступление и даже подвести под статью о создании ОПС. Но при всех очевидных фактах которые удалось установить следствию, вор в законе отделался лишь вымогательством. А если бы ФСБ не проявил рвения раскрутить дело о взятке офицера МСКР? то дело о перестрелке в ресторане «Элемент» так бы и могло ограничиться хулиганством или даже самоуправством со стороны подручных шакры молодого. А там, глядишь, и замяли бы дело вовсе. Или материалы дела могли бы потеряться как это уже случалось ранее. История с рейдерским захватом некогда известных столичных казино Golden Palace и Кристалл началась в 1999 году, когда владельцы игорных заведений не смогли мирно решить хозяйственные вопросы. Оба заведения принадлежали на тот момент фирме Optical Basics Inc. Optical Basics Inc. Совладельцами которой были гражданин США а Алекс Крейн, 70%. Карлин Азиз Бекян, экс-офицер Минобороны, он же руководил ЧОП «Магмова», которая обеспечивала безопасность казино, 10%. Скульптор Зураб Церетели. 9,5%. Его юрист Владимир Духнов, 1%, и их общий знакомый Мусаэльян, 9,5%. Два советских эмигранта Леон Лан, Леонид Каплан, и Алекс Крейн, Александр Арутюнов, познакомились в Соединенных Штатах Америки в 80-х годах. Дружба оказалась настолько крепкой, что бывшая подруга Леона Ланна Виктория вышла замуж за Алекса Крейна. По данным ФБР, в Лос-Анджелесе Леон Лан сошелся с представителями русской мафии и занимался мошенничеством со страховками. В 1994 году Ланну пришлось сбежать в Россию, поскольку он понял, что им интересуется спецслужбы США. В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса даже выдал ордер на его арест, но тот уже давно промышлял в Москве. Тогда-то друзья и решили заняться игорным бизнесом. Алекс Крейн создал компанию Article Basics Inc. Президентом стала его жена Виктория. Алана назначили официальным представителем компании в России. Начинать с нуля друзья не захотели, Поэтому купили не самое известное на тот момент казино Голден Палачи на третьей улице Имского поля. Несмотря на официальные документы о покупке, Попасть в свои владения новые собственники не смогли. Уже тогда там обосновались различные криминальные группировки. Для силовой помощи Ланны Крейм решили привлечь только что ушедшего в отставку подполковника Минобороны Карлина Зизбекина, который занялся частным охранным бизнесом. Ему предложили выгодные условия на долгосрочную охрану заведения. И к 1995 году владельцы Optical Basics Inc. наконец смогли начать работу. Но в заведении по-прежнему роились всевозможные авторитеты и представители ОПК, которые отпугивали обычных посетителей. Тогда Ланн и Крейн решили создать новое казино, которое будет рассчитано на бизнесменов. За помощью они вновь обратились к Азизбекиану которому пообещали 30% в Optical Basic Inc. Тот через своего знакомого Муса Еляна вышел на Зураба Церетели, владевшего крупным зданием на Марксистской улице. Скульптор согласился продать здание под новое казино, только когда ему предложили 13 миллионов долларов и 10% в уставном капитале. В состав учредителей папыли его юрист Владимир Духнов и их общий знакомый Муса Елян, так в 1996 году в Москве появилось казино «Кристалл». Леон Лан по-прежнему управлял «Голден Палач» и все теснее сближался с криминалитетом, в частности с верхушкой воровского мира, Аслайном Усаяном, Дед Хасан, Владимиром Тюрином, Тюрик, Захарием Калашевым. Шакры молодой. Тогда как Алекс Крейн предпочитал московскую элиту в кристалле, чиновники, бизнесмены, вип-персоны. Со временем воровское казино стало доставлять неудобства обраставшему связями к Рейну, и бизнес было решено поделить. Голден Палачи по-прежнему числился за Optical Basic Sync, но фактически бразды правления там полностью перешли к влиятельным законникам. Леон Лан, вставший для них своим, встал у руля и даже начал вести бухгалтерию для воров. Пришлось отказаться от охранных услуг Чопа Азизбекина. Взамен законники обещали не трогать кристалл и даже обеспечивать крышу. В 1999 году Алекс Крейн решил изменить состав учредителей и половину своей доли переписать на дочь от первого брака. Компаньон Леон Лан, официально не входивший в состав учредителей, высказался резко против этой идеи. Он напомнил Крейну, что, по условиям договоров, его доля в 70% не может быть поделена ни с кем. Недопонимание очень быстро перешло во вражду. На сторону Лана встали и влиятельные воры в законе. Затем Леон Лан в интересах законников объявил о своих притязаниях на 70% оптикл В январе 2000 года адвокат Духнов поехал на встречу для разрешения разногласий, имея при себе оригиналы документов, подтверждающих доли во владении Духнова. Царителей и Муса Еляна. Больше его никто не видел. Тело юриста так и не было найдено, однако по оперативным данным, с ним расправились. С таким мнением согласилась и прокуратура, возбудившая уголовное дело по факту похищения и убийства юриста. Спустя месяц в здание Кристалла ворвалась группа сотрудников РУБОП Москвы во главе с милицейским генералом, чье имя в материалах дела не обозначено. По данным источников, им являлся помощник главы МВД РФ Александр Орлов. Сопровождали его тот же Леон Ланный человек, назвавший себя представителем воров. У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Лан разыскивается ФБР США, а Интерполом по обвинению в мошенничестве должен быть арестован. На что тот ответил, никто его не тронет. «Он находится под нашей защитой». Во время обыска в помещениях «Кристаллы» был обнаружен пистолет, и Карлин Азизбекина, возглавлявшего службу безопасности казино, увезли на допрос в здание «Рубоп» на улице Шаболовка. Там с ним оперативники неофициально беседовали в присутствии Лайна, предлагая добровольно отказаться от казино. Впрочем, подобные переговоры уже были особо и не нужны. Пока Азизбекин был в «Рубоп», Милиционеры вытеснили сотрудников службы безопасности из Кристалла, и его заняли гангстеры. Несмотря на это, контрольный пакет оптикал продолжал оставаться у Алекса Крейна и из Бекина, которые решили вести борьбу за казино. В июне 2000 года Алексу Крейну позвонил вор в законе Захарий и Калашов и предложил встретиться в отеле «Шаратон Мэтт» и «Хиппалас» в Тбилиси чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Там Крейн был похищен. Преступники потребовали у родственников гражданина США а выкуп в 1,2 миллиона долларов. Но когда деньги вымогателям были заплачены, Крейна все равно убили. Деньги ушли на заграничные счета, которые связаны с Шакра. Впоследствии в Грузии по делу об убийстве Крейна Захарий Калашов был заочно приговорен к 18 годам тюрьмы. В тот же день, когда в Грузии был захвачен Крейн, Генпрокуратура РФ вызвала Зизбекина для предъявления обвинений по делу, которое было возбуждено у ЦАО Москвы по заявлению гражданки США Виктории Крейн, супруга Алекса Крейна. По ее словам, она являлась президентом компании Птича Инч, которая владела ООО КРЦ Кристалл и ООО Хрустальный дворец. Но остальные акционеры с помощью подложных документов сместили ее с должности, завладев имуществом стоимостью 4,5 миллиона долларов. Тогда Азиз Бекиан узнал, что Крейн похищен. Недолго думая, экс-офицер Минобороны спешно покинул Россию. Ему заочно инкриминировали пять статей УК РФ, в том числе 222, незаконное хранение оружия, и 159 мошенничество. Одновременно генпрокуратура забрала к себе материалы дела о похищении и убийстве Духнова и закрыла его с весьма экзотической формулировкой, за отсутствием данных о событиях этих преступлений. Вернуться в Россию Азиз Бекян смог лишь в конце 2011 года, когда следователи сняли его с международного розыска. Само дело долгое время пылилось среди других приостановленных. Лишь 27 декабря 2013 года следствие закрыло уголовное дело против бывшего главы службы безопасности «Кристалла» и «Голден по реабилитирующим основаниям. А в апреле 2014 года Азиз Бекян направил в Никулинский райсуд Москвы два иска от Минфину о возмещении материального ущерба и морального вреда. Общая сумма исков составляет 274 миллиона долларов первом иске отставной офицер Минобороны попросил государство возместить ему стоимость утраченного за время 13-летнего следствия имущества и недополученную прибыль. В частности, в списке упоминается пять иностранных ружей, 23 наименования прослушивающие другой специальной аппаратуры, наличная валюта на сумму 344 тысячи долларов, два телевизора. джип Сентера на 1996 года выпуска все имущество и оружие ЧОП Магмова, а также имущество казино Кристалл, 40 такси Волга, мебель, и горные столы и автоматы, одежды сотрудников и посуда из ресторана. Кроме того, он просит возместить ему 10% от стоимости утраченной недвижимости компании «Кристалл» и Голден Палачи, которую он оценил в 103 миллионах долларов а также доходы от их деятельности за девять лет в размере 92 миллиона долларов. Азизбекиан поясняет, что он недополучил зарплату и прибыли в других предприятиях в размере еще около 60 миллионов долларов. Общая сумма иска составила 174,1 миллиона долларов. В иске о возмещении морального вреда Азизбекиан написал, что его незаконно объявили в розыск, он был вынужден скрываться был лишен возможности воспитывать детей и жить с семьей, что отразилось на его здоровье и душевном состоянии. Свои страдания он оценил еще в 100 миллионах долларов. Однако тогда суд, ссылаясь на судебную практику, оценил сумму морального вреда всего в 100 тысяч рублей. Не добившись решения по материальному вреду, Азиз Бекен к 2017 году сократил свои запросы до 10 миллионов долларов но так и не добился решения в свою пользу. Судья потребовала справку, что все эти годы бизнесмен не получал зарплату в захваченных казино. Или предъявить доказательства, что 700 тысяч долларов и коллекция оружий, изъятые у Азизбекина и впоследствии пропавшие, принадлежали именно ему. Справки о том, что ружья были официально зарегистрированы на его имя, оказалось недостаточно, хотя это оружие уже было распродано сотрудниками милиции, и по этому факту даже возбуждалось дело. В итоге суд отказался владельцу у казино в возмещении ущерба, чтобы хоть как-то удовлетворить свои моральные страдания. Отставной офицер Минобороны решился на месте и требует наказания для вора в законе Захария Калашова. Тем более что против него не так давно завершился суд о вымогательстве. На волне разоблачений выяснилось, что уголовное дело, которое было возбуждено по захвату двух казино, не смогли довести до конца, так как материалы исчезли. Следствие признало, что в 2000 году Захарий Калашов захватил контроль над деятельностью казино «Кристаллы Голден Палачи» нейтрализовав Азиз Бекина при помощи незаконного уголовного преследования. Собрать удалось аж 14 томов. В 2015 году следователь КСУ СКРФ по Москве Евгений Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159, хищение в особо крупном размере, и 210 УК РФ, создание преступного сообщества, главным фигурантом которого были бы Захарий Калашов. Шакра молодой, Леон Лан, правая рука Шакра Константин Манукян, а также неустановленные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Однако материалы затребовал замглавы КСУ СК по Москве Денис Никандров, а затем принял решение передать их для возбуждения дела в Сапаца УСКР которым в тот момент руководил Алексей Крамаренко. С тех пор о документах ничего не было известно пока Никандрова и Крамаренко не арестовали по обвинению в получении взятки от Калашова за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова, итальянец. Захария Калашова задержали по обвинению в вымогательстве 8 миллионов рублей владелица ресторана «Элемент» Жанны Ким. Сам инцидент произошел в декабре 2015 года на Рочдельской улице в Москве. Люди шакра молодого во главе с Андреем Кочуйковым, итальянец якобы требовали вернуть долг или отдать весь ресторан. Защищать интересы Жанны Ким приехал бывший сотрудник КГБ СССР и экс-командир столичного СОБРа Эдуард Буданцев. Спору уладить не удалось, мягкие знаки началась потасовка, которая закончилась перестрелкой, погибло два человека, шесть, получили ранения. Итальянец был задержан за хулиганство. Затем ему попытались заменить статью на более мягкую чем упраство и выпустить из СИЗО. Но он тут же был задержан сотрудниками ФСБ уже за вымогательство. По версии следствия, теперь уже бывший руководитель КСУ СКР по Москве Александр Дрманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой СУ СКР по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку возглавляемую экс-руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко. Высокопоставленные следователи получили взятку в одном миллионе долларов от Калашова за содействие в освобождении СИЗа Андрея Кочуйкова. Позже выяснилось, что из ведомства Крамаренко материалы переслали в следственный отдел по Таганскому району. Изначально в САЭС СКР по Таганскому району утверждали, что там отделы были переданы в отдел МВД по Таганскому району. Там сначала подтвердили эту информацию и даже заявили, что перенаправили их в апреле 2016 года в АЭП и ПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве. Однако в УВД ЦАО поступление материалов начали категорически отрицать. А в октябре 2018 года в суде уточнили свою позицию и представителям в Таганскому району, прежняя информация была ошибочной, в отдел материалы не приходили, их судьбу прояснить не могут. Когда начались разоблачения высокопоставленных следователей в связи со взяткой от Калашова за освобождение итальянца, в хоре обыска в часть материалов дела о захвате казино было обнаружено у того самого Никандрова. Но тот прояснить ситуацию по поводу пропажи дела не смог. Леон Лан, став бухгалтером шакра молодого, был осужден, так же, как и его шеф в Испании, за отмывание денег. Голден Палачи, превратившись в развлекательный комплекс с гостиницей, перешел под контроль соратника Калашова Константина Манукяна. А когда Шакра освободился из испанской тюрьмы и вернулся в Россию, он устроил в бывшем казино собственную штаб-квартиру. По данным источников преступной России, Туда со всех регионов России для решения своих вопросов съезжались законники. По свидетельствам очевидцев, в гостиницу визитеры несли буквально чемоданы денег, происхождение которых вызывает вопросы. Между тем Азиз Бекян через своего адвоката добивается возобновления уголовного дела о захвате казино. Принимая во внимание, что материалы того дела были утеряны. Сделать это будет непросто. Многих свидетелей тех событий уже нет в живых. Тем не менее, накануне Таганский суд Москвы фактически обязал СУ РФ по Москве начать расследование о захвате двух казино. Правда? Тут с того и то говорится что иск от представителя Азии в суд был подан на бездействие силовиков. Именно об этом и говорится в частично удовлетворенных исковых требованиях. Признать незаконным и необоснованным бездействием должностных лицам в Троссии по Таганскому району город Москвы, выразившийся в непроведении в порядке СТ. Статья 144-145 УПК РФ. Проверки по сообщению о преступлении номер 201-457 ПР-15, содержащие сведения о совершении Калашевым ЗК, Манукианом КГ, Ланном Л, Крейном В. и другими неустановленными лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов. Преступление, предусмотренного ч. 4 статья 159 УК РФ по факту хищения имущества Optical Basic Sync, а именно долями стоимостью не менее миллиона рублей который поступил в России по Таганскому району город Москвы в 14 томах 17 марта 2016 года и с по Таганскому району Супатсаоксу СК России по город Москве на основании постановления от 5 марта 2016 года о передаче сообщения по подследственности, и обязать их устранить допущенные нарушения закона, говорится в постановлении суда. Впрочем, никаких конкретных разъяснений. Как восстанавливать утраченные материалы дела? Суд не дает. Да и не должен. Есть решение суда, которое нужно исполнять. Будет ли в итоге дело возобновлено? И уж тем более завершено? Существуют большие сомнения. И уже тем более вряд ли главный подозреваемый Захарий Калашов будет расстроен новым сроком скорее всего, продолжит разгадывать кроссворды. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо.